Согласно нововведению, продавец снюса обязан потребовать паспорт у покупателя. Если это будет несовершеннолетний, то реализовывать вредную продукцию нельзя. За нарушение накажут рублем. Штрафы для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 80 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе ЗАГС Собрания. Напомним, снюс – вещество, содержащее никотин в больших дозах и расфасованное по пакетикам или в виде жвачки. В последнее время смеси стали популярны у школьников, в том числе и в Березниках. В снюсе содержание никотина гораздо выше. Если в обычной сигарете практически содержание это 1,5 миллиграмма, то в снюсе это может доходить 22 миллиграмма, 43 миллиграмма. И всасываясь в кровь, идет к очень неблагоприятным, а иногда даже тяжелым последствиям. Так как это высокая концентрация, у детей развивается более быстрое привыкание к этому виду табачных изделий, а более быстрое привыкание ведет к зависимости.